Компания, которую мы хотим вам представить, это Международный центр развития человека «САМО». Тимур Жусубалиев, самый молодой сотрудник Международного центра развития человека «САМО». Дружелюбный коллектив покорил сердце юноши с самого первого рабочего дня. Меня привлек именно команда. То есть люди здесь дружелюбные, нет грубостей. Мне это сразу привлекло. То есть первый день, когда я здесь работал волонтером. Это был, по-моему, в 2018 году, первый день. А тогда я начал интересоваться саморазвитием, а потом меня позже пригласили, и я так попал сюда. Мыслить объективно и быть ответственным этому 18-летний Тимур научился сразу же, как только начал трудиться в САМО. А еще сейчас он умеет работать эффективно и оперативно, как и другие сотрудники центра. А это 30 творческих, амбициозных и креативных людей, которые стремятся, чтобы каждый, кто пришел сюда, обрел финансовую стабильность, раскрыл собственное богатство и реализовал себя. Олег, скажите, пожалуйста, какой статус вчерашних выполненных работ и чем это все изменится? Рабочий процесс в Международном центре развития человека само начинается с летучки, с мини-собрания, на котором обсуждаются ежедневные неотложные дела и ставятся задачи. По поводу самой организации мероприятия есть некоторые... Международный центр развития человека само организован как компания в 2007 году, 17 декабря. Наша компания занимается образовательной деятельностью, и основной фокус мы делаем на финансовой грамотности. Также у нас есть для различной аудитории обучение по личностному росту, саморазвитию. У нас для предпринимателей есть различные обучающие программы для развития именно бизнеса. Обучение в центре проводится в живом и онлайн формате. Слушателями тренингов компании являются жители не только Кыргызстана, но и России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Турции, Китая, Малайзии и других стран. В целом мы так видим, что интерес они проявляют в нашей школе, потому что у нас есть очень большое конкурентное отличие в том, что мы привязываем наши знания еще и к духовной стороне, потому что это неразделимые вещи. И когда человек действительно работает над собой, над своим саморазвитием, над своим состоянием, над развитием духовной стороны, тогда все блага мира, они, безусловно, к нему придут. Вот поэтому занятие по финансовой грамотности является самым востребованным среди слушателей центра. А уникальная авторская система, по которой проводятся тренинги и мастер-классы, является изюминкой обучения. 1 316 000 человек стали слушателями тренингов центра. И это только за 2021 год. Среди них представители самых различных профессий, люди самого разного возраста и даже самые маленькие слушатели – дети. Всех интересует вопрос, почему же люди, слушатели, покупают у нас? А что же заставляет их обращаться именно к нам? Первое – это стандартная авторская программа, система даже, да, по сохранению и приумножению денег. Это для тех людей, которые хотят избавиться, скажем так, от карманных дыр, да, то есть избавиться от долгов, научиться правильно управлять своим семейным бюджетом. А второе – это мы даем возможность для улучшения своей жизни, чтобы они стали финансово свободными людьми. Также у нас очень много различных тренингов по улучшению семейных отношений, обучение финансовой грамотности детей. Да? Эффективная работа зависит и от настроения команды, а потому этой составляющей в центре уделяется особенное внимание. Для командообразования в нашей компании проводится множество тимбилдингов. Один из них ежемесячный – это цветные дни. Вот один из дней зеленого цвета, то есть мы сделали небольшой акцент в одежде сотрудников, украсили офис шариками соответствующего цвета. Также у нас, получается, был желтый день.
Вот с таким ярким настроением дружный коллектив продолжает помогать тем, кто решил стать финансово независимым, уверенным в себе, принимать правильные решения и открывать в себе новые таланты. А значит, благодаря центру «Само» с каждым днем в мире становится больше счастливых людей.